Жупрову от этого было поменьше. Продолжает СКА прессинговать соперника в зоне. Недовольные трибуны, а я так скорее согласен с арбитрами сегодняшнего матча. И я и Косала выходит на ворота. Гол! Косала! Финфину, да, как Финфину, я тебе скажу, забивает, по-моему, в ближний, Алексей. Или тот самый вариант, что шайба дырочку найдет. Ближний угол, конечно же. Ну, кто-то говорил, что это слабое место Коскинина, но я хочу сказать, что Осала готов был отдать на дальнюю. По-моему, Тимкин там бежал на дальнюю. Тимкин уже... все равно молодец, что он поддержал. Вот видно, он сейчас бежит, значит, пропадает из кадра. А это 70% работы, когда ты бежишь на ворота, ты отвлекаешь. Нет, не Тимкин, а именно туда шел. Это Сантова был. Но именно... а мне кажется, он заметил, вот, что есть вариант, что Коскинин опускается. Ну, момент, опускается, да, перекрывает вниз. Да. Конечно, Коскинин высокий вратарь. Тут самое главное попасть. Я не уверен, что Осало, конечно же, смотрел и думал, а где у него там дырочки? Дырочки-то есть, понятно. У него самое главное не испортить было себе бросок. Он увидел, что передачу не может отдавать. Он поэтому далековато перехватят, скорее всего. Получишь только контратаку и больше ничего. Давайте посмотрим, какую работу проводит Металлург. Кто говорил, что нету сил?